Глава Калмыкии Батухайскав лично поздравил Валерия Николаевича Ачирова с 70-летним юбилеем и вручил ему заслуженное звание Героя Калмыкии. Такие люди – гордость нашей республики и страны. Он Герой Советского Союза и летчик первого класса, патриот своей родины, образец настоящего героя, который готов отдать свою жизнь, чтобы добиться победы, решить поставленные задачи и прославить свой народ, свою страну, прокомментировал Батухайскав. Он также добавил, что Валерий Ачиров на посту советника главы региона вносит колоссальный вклад в развитие и процветание Калмыкии. Всегда ратует за нашу республику. Валерий Николаевич также является главным консультантом министра внутренних дел России, возглавляет Объединенную национальную ассоциацию дел авиации. Помимо этого, он уделяет внимание вопросам патриотического воспитания и вдохновляет нашу молодежь.